Сейчас все внимание овощам. Под особым присмотром капуста. Сажать ее вышли 1000 человек. Говорят, что не важно, что на календаре зима. Саженцы аккуратно закрывают пленкой. Так им будет теплее. Уже в апреле 1 килограмм такого витамина будет стоить примерно 250 тенге. Летом цена упадет. Зарабатывать на овощах Максата Шайдарова научил отец. Для него посевная началась еще в январе. Скоро закончат. А как только соберет этот урожай, сразу посадит арбузы и дыни. Своя фура есть. Самый грузим, самый отвезем. Ждем хорошего урожая. Думаю, все будет хорошо. Разгар сейчас и в теплицах. Саженцы отсюда прямиком везут на поля. В этом году удалось вырастить столько, что не пришлось даже покупать в соседних районах. Это, конечно, аграриев радует. Выходит дешевле. Здесь уже знают, куда уедет первый рейс с вкусными витаминами. В прошлом году была непогода, сильные морозы. Из-за сильных морозов и капусту мы первую капусту только отправляли в середине мая месяца. В этом году мы планируем в конце апреля уже первую капусту будем отправлять в северные районы Казахстана. На своих 24 сотках Исмаил Сайфатов посадил болгарский перец. Так же поступили и соседи. Хотя еще недавно основной культурой здесь был хлопок. Но гектары быстро сокращались. Люди научились работать по-новому. 2008 года в теплицу поставил я. Вот эти 4 теплицы спереди. С тех пор семья нормальная. Все в достатке. В любое время в холодильнике мясо есть. Любой, чего душа желает, может на базаре поехать купить, потому что деньги есть в кармане. Отсюда деньги выходят. Работаем нормально. Теперь аграриям нужны только теплые дни, тогда они обещают накормить всех.